Встречайте, Захар Герман. Приветствую, Захар. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Хорошо. Прекрасно. Мы рады, что ты с нами. Мы рады. Сможет ли наш юный герой решить сложнейшие примеры и добраться до заветного подарка? Мы им этого желаем, но узнаем вместе с Захаром Германом. Захар, располагайся в кресле, пойдем. Я хочу обратить ваше внимание, что в студии вы видите большую коробку. Чтобы распаковать ее, нашему юному герою предстоит решить сразу несколько примеров. Более того, одновременно нужно будет наизусть читать стихотворение. Мы начинаем испытание для Захара Германа. Разверните, пожалуйста, Захара к экрану. Это наш аттракцион. Итак, когда появится пример, ты начинаешь читать стихотворение и решать примеры. Готов? Да. Начали. Александр Сергеевич Пушкин, лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песни заводит, наиво сказки говорит, там чудеса, там еши бродят, русалка на ветвях сидит, там на неведанных дорожках свистит и невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. 743. Что, Захар? 743. Что 743? Это решение этого примера? Да. Ты шутишь, ты читал стихи. То есть ты все это складывал и вычитал? Да. Захар, ты нас удивил. Еще раз повтори, пожалуйста, ответ. 743. Итак, 743 ответ Захара. Давайте проверим. Это абсолютно правильный ответ. Это значит, что первая упаковка подарка должна открыться. Ты стал на шаг ближе к подарку. Ты готов продолжать? Да. Начали. Там если дом видений полон, там мозаик прихлынут волны, на берег песчаный и пустой, и 30 видений прекрасных чередой из вод выходят ясным, а с ними дядька их морской, там кавалеющий мимохода пеняет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдунь несет богатырь. Я 4765. 4765. Это твой ответ? Да. Давайте проверим, правильный ли это ответ. Четыре тысячи семьсот шестьдесят пять. Вторая часть упаковки тоже должна открыться, Захар. Но это просто было потрясающе. О! О! Захар! А скажи, а ты не устал? Нет. До заветного подарка один шаг, я понимаю. Готов продолжать? Да. Отлично. Итак, мы продолжаем. Прошу, стихотворение, пример. В темнице там девица тужит, а серый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Ягой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. 98 и 88. Я сейчас объясню, почему два ответа. Потому что, на самом деле, это было два примера одновременно, которые Захар решал, два примера
одновременно. Итак, два твоих ответа. Так. 98 и 88. 98 и 88. Да. Ага. Проверяем? Да. И это правильный ответ, Захар. Тебе аплодисменты.